как? Что дальше что есть, да? Стабилизировали это. Получалось, что искажение не изменилось.
вроде выровняла. Ну, помню, что отличался. А что мы сделали? Там куда пробить? Если там для какой-нибудь там... Если эти приемы упомянуты, то сразу же хорошо. Кто снимаешь? Ну, так дальше. Я он тогда устанавливается снаружи. Там плохо все. Камера должна быть большая. Хорошо. А потом? Не, ну есть варианты на паровозе, тогда чуть-чуть можно кран целый выстроить. Снимаешь паровоз, вот тут целая какая-нибудь корзина, да? И вот у нас, и ты снимаешь паровоз, опять же, кто-то с капитаном ползается, да, стабилизируется, и паровоз едет, и за ним как-то кто-то не может. Это тоже так. Это же, как я подключу, да, чтобы сразу крепление паровоза было прицеплено, паровоз толкал его. Снять вам самолетик. Сейчас сниму. Да, пока будет его снимать. Выше, ниже. Да, я и говорю, вот этот вот подачный, а вот он поближе.
давай рядом. Нифига себе, вообще клево. Ага. Сейчас поезд выйдет у меня, я попробую что-нибудь заснять. Получится, не получится. Ну давай, родной. Прячься. Давай, съебывайся. Кассеты снимай, да? Или на флешку? На флешку? На кассеты нет уже, наверное, такого. У меня есть. У тебя есть? Ну, дома.